Всем привет! Сегодня будем рассматривать браузер. Пока есть Яндекс, и одновременно сразу будем смотреть Gold, Chrome Gold, чем его едят и как с ним разбираются. Чтобы запускать браузер, лучше всего через у кого есть вкладки, например, Beeline, или кто работает с Билайном, например, с Йотой, ну и со всеми остальными провайдерами, которые у вас есть они. Ну, как бы лучше их ставить сразу, чтобы отдельно они совместно работали с браузерами, этот провайдер. Так вот, находим вкладку и, ну, и ставим, какую вам понравится. Такое. У меня пока миссия этот и этот могу ставить одновременно. Чтобы запускались они через вот эту вкладку, например, модем. Вот так вот, примерно. Так вот. Здесь есть включить турбо. Наверное, скорее всего, все знают. Ну, дополнение, мало ли кто знает, что такое дополнение. Дополнение — это те же вкладки. Они здесь бесплатные. Есть, конечно, платные вкладки. Это уже дополнительно то же самое. Много сталкивался при настройке компьютера, при все, что связано с компьютером. Здесь смотрим, какие безопасности, ну, это эти все прибамбас. Вот дополнение, что здесь можно. Ну, радио — это подписка. Алиса — это, естественно, скачивать уже не надо. Это синхронизация, это тоже синхронизация. Так, ну, это ссылки, это почта, это все ваши покупки, а у вас это онлайн говно, конечно. Но это все смотреть надо самим. Вот это включать, естественно. Оно мне вот где включается. Настроить вот здесь, это чтобы у вас рекламы не было. Вот реклама, все, чтобы не было реклама, ну и все остальное. Вот они, вот это вот интернет скачивает не только ВКонтакте, в Ютубе то же самое, там должен значок появиться. Сейчас покажу, где какой. Так, не сюда, пока не. Ну, как бы с любого сайта можно, не только ВКонтакте, ну и возьмем так вот с Одноклассников. Ну вот войти. Здесь есть видео, здесь вот. Ну и здесь сбоку скачать появится сразу. Где-то так примерно. Так. А потом можно в этом браузере сделать что интересное. Еще в нем возможность есть. Вот, например, что-то вам понравилось. Вот, ну, каком-то игре, и, ну, неважно, не в играх, а, ну, вот возьмем Яндекс, например, чтобы вам тут картинка какая-нибудь где-нибудь или сайте какой-то понравилось,
Ну вот, картинку, например, вот эту поставим, просто поставим. Вот так вот нажимаем, копируем, добавляем сайт, вот он добавление вам сразу. Так что потом выключаем, то же самое делаем, вот искать не надо, все сразу появляется, вот он, забавные животные там и все. То же самое можно, скажем, с вкладки сайта сделать, которую вы добавляете, настраивать экран можно, то же самое добавление фонов делать. Вот, галерея фонов здесь, куча их, вообще куча, какой вам нравится здесь. Вот, какое желание есть. Вот, применяем фон, например. Ну вот, фон появился. Ну и вот эти вот все вкладки начинают работать. Кстати, синхронизацию, наверное, все знают. Строить экран знаете как. Так, ну, этот показ все. Так, настройки. В настройках. Ну, темная тема, это естественно, что здесь так вот, например, кто не нравится кому. Вот, кнопка Яндекс, лишний мусор, отображает дзены, хрененны всякие, здесь вот дзены появятся, например. Здесь сами нужно настраивать, как надо вам. Поиск можете поставить, поиск Gold, Chrome, Яндекс можете поставить совместно Яндекс с Голдом, то же самое, но будет поисковая система Яндекс работает вот Голд будет. Да, сколько сталкивался, ну вот он, у меня с Хромом работает, тоже сам можете ставить. При установке переноска Хрома, например, вот Хром стоит, с Хромом работает веселее, он будет работать, не только веселее работать, и плюс к этому будет переноска, это то же самое, что когда будете работать с Хроме, он не так будет у вас запрашивать службу безопасности, или как там у них безопасность сайтов, не будет так путать, что якобы не вы работаете, а вот так вот с одним браузером будете сохранять. Естественно, надо не на C, что у вас вот стоит вот, например, вот здесь вот сохраняется в документах, вот здесь вот, или загрузки вот здесь вот, не надо делать их при когда у вас слетает система или портится, она у вас остается только на D или E. Можно даже на флешку. Вот это будет интереснее, намного лучше у вас вся ваша информация, документы, все как бы останется. Запускать браузер вместе с Windows не надо, так что у вас так, но может быть слабенький, если в компьютер он будет долго загружаться, и плюс к этому браузер вместе. Ну и все вкладки надо как бы отключать лишние, они здесь как-то ни к чему. Красота здесь хоть и требует жертв, но она и не надо к этому делать ничего. Ну что ж, в принципе и все. Всем пока, до свидания.